Сегодня 40 дней со дня кончины профсоюзного лидера пожарной охраны Днепропетровской области Григорию Ивановичу. Григорий Иванович Цыбулько очень долго возглавлял профсоюзную организацию Днепропетровской области. Имеется в виду профсоюзную организацию пожарной Днепропетровской области. Вот. И на 80-м году жизни он покинул этот мир. Сколько я помню, я как потомственный пожарный, отец мой в пожарной охране был. Я с детства помню, как профсоюз, это мне позже отец говорил, профсоюз постоянно организовывал и детский отдых, и отдых взрослых, и всевозможные праздники, День пожарной охраны, и Новый год, и всевозможные праздники были, да. Ну вот с Григорием Ивановичем и уходит эпоха старого профсоюзного движения. А мы с Евгением Николаевичем, мы сегодня на кладбище пришли помянуть, поддерживаем это знамя, вот, ну уже новое веяние, мы уже вооруженные консультациями американских пожарных профсоюзов, мы поднимаем это знамя профсоюзное и будем продолжать нашу профсоюзную работу.